Здравствуйте! Предлагаю с вами поговорить сегодня о том, как вы храните свои вещи. Многие жители квартир жалуются на то, что шкафы занимают слишком много места, а одежда, обувь и аксессуары в них все равно не помещаются. Поиск же одежды в разных шкафах превращается в настоящую проблему. Справиться с правильным размещением одежды поможет гардеробная комната. Но большинство людей уверено, что у них нет места для таких излишеств. Поэтому я решил рассказать, как найти место для гардеробной комнаты в обычной квартире, даже в обычной квартире, где не предусмотрено специальное помещение для одежды. Я Тарас Белик, киевский дизайнер интерьера квартир в современном стиле. Если вы хотите хранить свои вещи в порядке и максимально продлить им жизнь, то, посмотрев это видео до конца, вы узнаете, как это сделать. Итак, под гардеробную комнату обычно отводится то пространство, которое неудобно использовать иным образом. Это может быть даже угол комнаты, отгороженный специальной перегородкой или ширмой. Такие гардеробные называют угловыми. Они являются одними из самых удобных, поскольку вы можете достать вещи, не делая лишних движений. Угол заполняется полками, плечиками и ящиками для обуви. Также при желании в нем можно установить зеркало. Посмотрите мое портфолио по ссылке в описании. Для экономии места в гардеробную лучше ставить раздвижную дверь или дверь купе. Позаботьтесь об освещении, ведь именно здесь вы будете подбирать наряд и переодеваться. Самая удобная планировка для гардероба – П-образная. Это может быть отгороженная часть комнаты, ниша в стене, неиспользуемый санузел или часть коридора. Такая гардеробная напоминает большой шкаф. В ней можно расположить вещи максимально удобно. Если же такой возможности нет, можно использовать линейную гардеробную вдоль стены, закрыв ее ширмой. Если же вы можете выделить под вещи проходное помещение, там можно обустроить так называемую параллельную гардеробную с полками и ящиками вдоль стен, оставив проход посередине. Начинку для гардероба можно купить в готовом виде, либо набрать ее из некоторых предметов под конкретное помещение. Также всегда есть возможность заказать в мебельной компании все под ключ. Вы можете найти место для гардеробной комнаты и обустроить ее сами, установить дополнительную стену, выбрать дверь, продумать внешнюю отделку со стороны комнаты, распланировать, как лучше всего расположить полки, ящики для обуви и вешалки. Также эту услугу можно заказать у профессионального дизайнера. Тогда вам лишь останется удобно расположить свои вещи в новой гардеробной, а весь дизайн будет подготовлен специалистом. Оставьте свои данные по ссылке или позвоните нам, чтобы получить бесплатную консультацию на объекте. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и живите красиво!